и очередной уровень, друзья. Так, и очередное достижение, между прочим, это стоит отметить, что мы с вами можем прокачать. Дальность броска пока активная ярость. Шанс мгновенного убийства 3% во время ярости. Так, что мы здесь получим? Вероятность подобрать брошенное метательное оружие 50%. Надо что-то посущественнее, да? Мне кажется. Ну, то есть, это способность бумеранг 30%. Сопротивляемость огню. Давайте огню будем сопротивляться. Что мы у тебя забираем? Строительный молот и, наверное, продаем этот молот сразу вот этому чуваку. Так, Ева. Мне кажется, тоже как-то может быть в дальнейшем задействована. Продаем строительный молот, жестокий жнец, снайперская винтовка. Ух, ее тоже качнуть, представьте, 15 тысяч, наверное, где-то будет. Неторопливый дробовик. Продается у нас. Так, автоматическая винтовка Детокс. А вот это оружие мы даже еще и не качали. Короче, продаю я эту автоматическую винтовку, потому что мы сейчас другую винтовку с вами улучшим. Итак, теперь делаем, соответственно, с вами быстрое перемещение уже, наконец, в кинотеатр. Думаю, охота за монстрами-чемпионами объявляется открытой. Все забываю, где она тут висит. Итак, смотрите-ка, вот он, кинотеатр в старом городе. Слава богу, что можно быстро переместиться. И забыл, к сожалению, докупить патронов. Но я надеюсь, что здесь можно будет у них приобрести. А тут все тихо, спокойно. Сейчас кому-то здесь что-то нужно... А, парни, мы отдаем, смотрите, три куска титановой трубы. Шансы мы ее повысили. Далее забираем награду. Сверхбыстрое оружие — это тяжелый пистолет. Надо будет сравнить вот с этим пистолетом. Ну, его да. Его только для того, чтобы качать. Так, Марвин. Фигней страдает. Энергетик. А, кстати, внизу там кто-то есть. Вау! А мог бы и, наверное, и погибнуть. Чимаманди. Чима. Ласково ее называют. По 40 тысяч опыта. Уж я постарался найти для тебя. Она немножко так рыпует. Далее смотрим. 9523. В общем, это все ерунда. 280 тысяч. Это... Очень быстро мы с вами сможем добрать. Такс, дальше. Дальше идем. Кто-то здесь у нас еще хочет что-то получить. Да, три пропановых резака. Офигеть. Бомба из дезодоранта. Ну, 9 штук, да, от него получили. Так, у Тревора Роджерса, я надеюсь, мы сможем приобрести уже дезодорант. Ну, пожалуйста, нет. Давайте покупать тогда у него большие аптечки. Я до 210 догоню. И, наверное, так, патроны для дробовика. Окей, больше не влазит без проблем. Здесь тоже не лезут. Ну, можно вот для винтовки, для пистолета. Поэтому расслабимся, друзья. Напрягаться не будем. Генри склад. Вот еще, может быть, шанс тут у нас есть. Здесь что-нибудь. Большой гвоздь, болты, проволока. Фигня. Очередные бриллианты. Поговорили с кассой, заработали 1900. Давайте отправляемся тогда с вами на следующее задание. Нужно подготовить посадочную площадку. Why the hell did you lie to us? I had to get you to move, all of you. And the threat of a nuke was the only way. And it worked, didn't it?
I got us here after all. I simply did what I had to do. You're no better than Serpo, or any of those other asshats. I'm not trying to make fucking friends, right? I'm trying to get us off this damn island, all of us. And the simple fact is that when Serpo gets here, he's not going to rescue these people. He only wants you. And I'll be damned if I let everyone else die, understand? And that's why we're taking the chopper from him. Man, I don't see a fucking chopper, do you? Of course you don't, because they don't know to find us. Getting their attention is the easy part. We just need to burn something on the roof. Something that pumps out a lot of smoke and is easy to control. You worry about that, and I'll take care of the rest. What about old movie reels? Isn't that how they got Hitler? That's a good idea. Especially since it means we won't have to go outside and scavenge for things to burn. But you'll have to convince Jacqueline to let us burn them. Go talk to her. Сложность небольшая, опыта дадут немного. You got it. We only need a handful of those reels, not all of them. Get those reels to the roof as soon as you can. I don't want to miss the chopper. Tell me when you're ready. I'll meet you up there. Убедить Джаклин поджечь катушки. Но я думаю, так как у меня есть оружие, проблем с этим не должно возникнуть. Так. Ничего тут не появилось? О-о-о-о-о! Слышите, слышите? Жеребец-то! Ух ты! Сейчас мы его загасим. Снайперская винтовка. Как? У-ху-ху-ху, 2000. Ну чё, золотой? Так. Ну, не очень, конечно, хороший крит получился, но... Так, тем не менее. Прибежали, 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 твари. Я думаю, что, пожалуй, можно, знаете, вот сюда. Вау! Смог. Ничего они не сделают мне. Хедшот. 2000. Ну, блин, 181 это ерунда полнейшая. 310 и все равно крит. 63 уровень у нас. Вот 4000 уже куда ни шло. 2000 нормально. Ну давай убей его. 2000 снова. Столько же. 310. Ну это я видел, что промахнулся. Уже что-то хрустит у него. Да, ну смешно. О! Совсем другое дело. Там же деньги сейчас дадут. Так, этих ребяточек нужно как-то угомонить. Хотя бы так. Хотя бы на время. Нифига себе. Блин, не дал залезть. Засранец. Я думаю, 4000 это весьма существенно. Ладно, внутрь пошли. Так, убедить Жаклин. Do we have an escape plan? Our rescue chopper's coming to get us. We need to burn some of your movies so that it knows where we are. You can't be serious. Can't we just collect some wood, cardboard boxes? Many of these are very rare originals. If it's between my ass and some old movies, I pick the old movies. You don't want to die here, do you? You're right. Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be, and not what it's turned into. There are some old genre films in a box. Please, pick as many as you need. Right on. Thanks. So sad, isn't it? В общем, сейчас возиться с катушками надо, да? Очень бы мне этого не хотелось. Выполнять всякую там грязную работу, пока они тут чаи распивают. Отбеливатель. Вот они, катушечки. Наши родненькие. Что здесь? Лезвие. Ну вот, начали лезвие находить. Но это не значит, что мы туда поедем. Ладно, погнали. Не, слушайте, она что, серьезно, что ли? Прям на крышу надо тащить. Обалдеть. А поближе никак? Похоже, что нет. Кстати, фонарь надо отключить, а то что-то он как-то быстро разряжается. А он может еще нам как минимум пригодиться. Итак, первое место для пленки. Первая партия установлена. И идем за второй партией.
Монотонный и тяжелый труд, друзья. Ладно, сделаем себе немножко развлечения. Мачете отремонтируем. Итак, автоматическая винтовка. Однозарядная винтовка 10 тысяч. Сколько здесь у нас урона будет? 11 736. Тяжелый пистолет. А у нас сейчас пистолет 3400. Сколько будет? О, смотрите-ка. Урончик гораздо лучше. И снапу еще качнуть. Вот и все. 17 500 ДПС. Смотрим, что мы можем создать. Шоковая винтовка. Автоматическая винтовка и однозарядная винтовка. Ну, блин, не очень-то мне чертеж патроны для винтовки. Шоковое ружье. Это для тяжелого пистолета. Такая модификация, надо сказать, не очень прям крутая, но хотя бы что-то. Взрывающееся мясо. Давайте шоковую винтовку сейчас создадим. Что тут еще есть у нас? Модификация колючки. Да все. Все пока что. Больше пока других ингредиентов мы с вами не имеем. И еще один ящик. Вот он. Старые катушки с фильмами. Сейчас отправится туда на крышу и послужит нам. Послужит тем, что привлекут внимание какого-то вертолета, которого все ждут. Вот так вот. Ну, поджечь. Ладно, поджигаем. I hope it works. А ничего тут нам обороняться пока не надо? Ну, ждем пока, когда там прибудет вертолетос, тогда уже с вами продолжим. Ну, нет, пока все чисто. Пока все спокойно. Ладно, сейчас эту миссию выполним. Надо будет еще раз поглядеть на карту, куда мы с вами в итоге сможем... Блин, орут печи! Куда мы с вами сможем в итоге пойти и кого отыскать. Ну вот, какую-то сцену нам поручают отыскать. Сколько там осталось? Ух, совсем чуть-чуть, 50. А у нас, кстати, уже 60 уровень. Слушайте, так и до 70 недалеко. Ладно, смотрим. А мне показалось, либо у кого-то задание появилось здесь? Жаклин Фантом. А ей, наверное, надо сообщить, что все окей, Жаклин. Можете подниматься наверх и ждать вашего вертолета. Где-то напряглась. Где-то, девочка моя? А, вот она. О, у меня таких фотографий тоже, наверное, друзья, с десяточек. Новый уровень по 40 тысяч. Дальше. Отдаем все это. Не зря. Вот выполняем мы с вами все, кстати говоря. И печально, что так вышло. Но у нас есть еще одно очко. И все время, друзья, забываю, что мы там с вами качали. А, сопротивляемость огню. Давайте 30% уже поставим. Так, у Зоуи ничего тут не появилось. Модификации. Болты. Чертеж молотов. Ну, купим. Просто деньги уже девать некуда. Патронов для дробовика нам не требуется. И давайте теперь отсюда выбираться. Но посмотрим также с вами на карту. Убежище Мецгера Слоута. Это вот где-то за кинотеатром, поэтому я полагаю, что нам с вами необходимо подняться туда наверх. И, блин, вот она, лестница. И там прям по фасаду мы с вами спустимся. Вот
надеюсь, что далеко обходить не придется. Так, точно здесь? Да, спускаемся. Уверен, конечно, там можно пройти, но мы попытаемся найти какой-нибудь входной путь. Тогда уж, если напрямик здесь не получится. Что, пора, наверное, спрыгивать? Высоковато, высоковато пока. Вот теперь спрыгиваем. Такс. Вот, Dead Zone. Что это? Надо поглядеть. Ну, давайте попробуем зайти сюда. А, это кинотеатр. Блин, мы снова здесь оказались. Увы, увы. Если обойти там обойти не получится, друзья. Поэтому, вероятнее всего, нам нужно обходить этот кинотеатр, сам кинотеатр обойти. Ну, бегите на меня. Получили. Еще один утопленник. 65-й уровень. Растет наш уровень. И, соответственно, растет... Вау, полегче, ребята. Напрягаются. У меня уж больно оружие уже хорошее. 30 аптечек. Я думаю, уж точно проживем. В общем, гнев оставляю я на вот этого Мецгера или какого там. Разорался. Эй! Много вас. Не понял? И один все-таки уцепился. Достал меня. Патрончики заканчиваются тем временем. Так, здесь, по идее, великан должен быть. Смотрим. Как же туда добраться-то к нему, а? Убежище чертова. Будем искать. Это, в общем-то, наша очередная задача. На ближайшее время. Бежать. Я надеюсь, мы там в этой зоне не были. А, вот она уже, это та самая Dead Zone. Во. Меня никто не задел. Сейчас, по идее, мы с вами уничтожаем 10-го босса-чемпиона. И останется, дорогие друзья, всего лишь 3 чувака. То есть 70. Оживают, да? Эти оживают. Ну, даже если не получится, хотя бы просто очки с вами насобираем. Необходимое количество. Если ты не станешь. Да, посложнее стало, конечно, работать с этими ребятами. Ну что, зайдем, посмотрим. Здесь, я думаю, очень пригодится дробовик. Да. Это босс очередной. Давай, убивай его. Бью. О, нифига себе тут. Опыта набрали. И, между прочим, их тут еще дофига и осталось. Мецгер Мордобой Слоут. Вот как звучит его полное имя. Продолжают вставать, между прочим. Встают. Это мне уже... Не страшно, вот такие вот замахи. Побитый кухонный нож. Кухонный нож. Зачем-то я его схватил, друзья. Ну и, соответственно, куча хлама. Промахнулся. А вот теперь было точно. Полупроводники. Там же тоже, наверное, кто-то меня просил найти их. Ну вот, клей. Блок питания. Ну, по мелочи, в общем, здесь можно насобирать. Модификация рассекатель. Представляете, сколько уже модификаций мы с вами отыскали? Здесь, на местах сражения с этими боссами-чемпионами.
Так, посмотрим. Нет, надо выходить. Пока здесь мы ничего с вами не можем посмотреть. Увы. Попробуем отыскать какого-нибудь следующего босса. У меня подозрение такое есть, что в джунглях мы одного где-то босса пропустили. Такого же. И поэтому вполне вероятно, что придется туда возвращаться. Но будем надеяться, что со всеми ними мы разберемся в самое ближайшее время. Конечно же, сейчас тут их будет очень много. О, не, смотрите, никто меня не беспокоит пока что. Но они сейчас начнут потихонечку подниматься. Так, уведите монстров к концертной сцене. Дом Райна, церковь. Сейчас быстренько смотрим, зона карантина. Это дом Ника, верстак. Вот тут просто зараженная квартира. Вход в мертвую зону. Так, с этим разобрались мы. Вот в клинике, да, Джей Джей Эванс, Вилла Хендерсон, Джеффри Нейп был уничтожен, военная база. На военной базе, по-моему, ловить некого. Тоже вход в мертвую зону. А здесь у нас что, паромная станция. Тут мы тоже всех уничтожим. А, кстати, смотрите-ка, на паромной станции нам банк нужно искать, оказывается. Ничего себе. Задания, конечно, они нам понаставляли. Ладно, с этим мы разобрались. Тоже мертвая зона. Может быть, чуть попозже нам что-то может открыться. Но вот, знаете, есть такое у меня ощущение, что вот Джей Джей Эванс у нас еще ходит живой. Очень запросто это может быть. Так, а можно ли как-то туда быстро потом пробраться, к этой клинике? Либо же все-таки придется нам на своих двоих? Ну, в общем, есть идея у меня сейчас это все дело проверить. Джей Джей Эванса. Боюсь, что могу и заблуждаться. Ой-ой-ой, как вас много. Или выполнить это задание уже со сценой. Офигело. Слушайте, а кому там все-таки мясо это надо будет отдавать? Ну, не зря же все-таки мы его с вами собираем. Ладно, запускаем. Что здесь? Музыку надо запустить. CD. Давайте посмотрим за сценой. Обычно там у них штабы все находятся. У этих звезд. Звуковая граната. Говорить не будем с этим сундуком. Ну, с какой стороны ты обойдешь? Золотой бриллиант и еще одни. Вот и музыкальный CD Сэма Би. Маловато осталось патронов. Надо будет в горячке, если тут что-то сейчас начнет складываться не в нашу пользу, не забыть поменять оружие, например, на вот этот пистолет. В общем, дробовик хорош, он там сразу нескольких месяц. Ну чё? Мне пока здесь оставаться? Бегут. Ну ладно, пока останусь здесь. Ну чё, ходим? Возвращайтесь. Я побежал в эту клинику Эванса. Убегаю быстрее от него. Сейчас она... О, матерь божья. Как их тут много. Офигеть. Ну, это было круто, друзья. Так, надо посмотреть. Клиника. Так, рука появилась. Клиника доктора Джей Джей Эванса. Отвалите от меня. Вот она, мертвая зона. Наверное, мы все-таки у него не были здесь. Ну что, заходим тогда. Жаль, конечно, у меня там с оружием сейчас небольшие напряги. Но будем надеяться, удастся нам победить этого
доктора.